Всем привет, мои дорогие друзья! Hello, my dear friends! Прогуливаемся с мамой сегодня после моей работы. Настроение было не очень, но поднимаем потихоньку. Собачки тоже сегодня гуляют, прогуливаются. Смотрите, какой красивый. В травку залез, травки ему хочется. Ой. Октябрьский Краков, осенний, а листва у нас, вернее, трава еще зеленая, да, мам? Да. Любишь осень? Я все поры року люблю. Не осень, все поры року очень красивые. Вот даже крапива растет возле кафешки. Возле кафешки на реке Висла. Мы здесь летом с вами прогуливались, а теперь осенью. Сегодня ожидался дождь, но целый день дождя не было. Было солнечно, и днем по прогнозу 23. Но солнышко спряталось, и куртки мы уже поодевали сразу же. Тем более возле воды. Здесь уже огоньки горят. У нас уже, кстати, в Польше включили отопление с 9 числа. Я вам покажу, какие трубы. Их, если прикручиваешь, то с пятерки... Допустим, на четверку или на тройку сразу резко отопление пропадает. То есть нужно еще приспособиться, понять, что это за система такая интересная. Вот как интересно, на кафешке папоротник свисает. Видно, что осень, листва пожелтела немножко, но в основном еще зелено. Цветы еще стоят здесь. Но самые такие красивые цветочки поубирали, да? Это остались такие хвосты, которые не боятся. Такой корабль необычный, посмотрите. Это, видимо, корабль-ресторан. Видите, какой серьезный корабль. Но здесь нет ни освещения, ничего. Ты его раньше здесь видела? Нет. И я не видела. Видимо, это на зиму, вот с отоплением, видимо, да? Да. Чтобы в зимний период принимать постояльцев. Может, это даже будет... Нет, это только ресторан, видимо, будет. А вот вверху написано «Ресторан под Вавилем». Ой, не ресторан, простите. А, да, и ресторан тоже. И отель, и вверху ресторан. Видите? Тащу маму прогуливаться. Она все не хочет. Не хочешь, да? Почему? Потому что ей лень гулять. А мне нет. Посмотрите, какие листочки, ребята. Видите, сколько желтых, да, мам? А мы идем к Вавилю. Какой красивый архитектурный комплекс. Старинный. И птичка гуляет.
Людей очень много гуляет. Сегодня четверг. Ой, где-то там уточки я услышала, уточек. Ты услышала уточек? Где-то мы их прошли, но не увидели. Видимо, за кораблем, да. Кораблик плывет. Историческое место, ребята. Такая тропинка, ведущая вверх. Здесь можно фильмы снимать исторические. Видимо, и снимали не раз. Мы сюда еще ни разу не поднимались. Ой, а тут как красиво. Посмотри в ту сторону, мам. Вот в ту. Как красиво, ребята. Очень красиво. Захотелось кушать, нагуляли аппетит, и вот такой вкусный борщик мама сварила и сделала днем, и сделала квашеную капусточку собственного приготовления. А рецепт квашеной капусты у меня есть на канале, можете посмотреть. Всем приятного аппетита, спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши добрые комментарии. Все читаю, люблю вас, берегите себя. До скорой встречи. Пока-пока.